Всем привет! Меня частенько спрашивают, как подключить старый монитор, который имеет вход в VGA к мощным современным видеокарточкам. Сейчас покажу на примере RX470. Покажу, что у ней с выходами. Вот у нее есть такие 5 выходов. Это DVI, HDMI и 3 выхода DisplayPort. Так, чем отличается DisplayPort от HDMI и DVI? Тем, что DisplayPort передает только видеосигнал. В HDMI и DVI можно передавать еще и аудиосигнал. Он передает аудиосигнал. Так, скажу сразу, что здесь нет аналогового выхода. А так как VGA аналоговый, соответственно, так просто сюда и не подключишь этот старый монитор. Конечно, я думаю, что нет смысла подключать старый монитор к таким видеокарточкам, потому что вы не увидите все то качество изображения, которое они могут передать. Но если вы вдруг приобрели такую вот видеокарточку и пока денег не накопили на новый монитор, то вы можете воспользоваться вот такими вот устройствами, которые преобразуют цифровой сигнал в аналоговый. Вот, соответственно, здесь разъем VGA, а здесь разъем DVI. Соответственно, есть еще устройство для HDMI, здесь разъем HDMI, а здесь разъем VGA. Немножко подробнее расскажу про VGA. VGA – это аналоговый сигнал, который передается на монитор с видеокарточки. Передается он 3 разными каналами. Один из каналов это красный, второй это зеленый, а третий это синий. То есть 3 разных канала. Соответственно, вы, наверное, могли наблюдать, когда у вас переломался провод вот такой вот VGA, и какой-то из цветов пропадал. Вот, соответственно, какой-то из контактов просто пропадал. HDMI, в принципе, это цифровой выход, имеет аудио и видео сигнал в цифре. А вот это устройство, здесь он преобразуется и передается уже в аналоговый сигнал. С DVI немножко все посложнее. DVI имеет 3 разновидности. Это DVI-A, DVI-I и DVI-D. Разница между ними не только в названии, но и, конечно же, в функционале. Как вы могли понять, DVI-A – это чисто аналоговый выход. То есть он может не только быть цифровым, но первоначально он был просто аналоговым. DVI-D – это только цифровой выход. То есть там передается по цифре звук и изображение. А DVI-I – это совмещенное как цифра, так и аналог. Отличить их можно по количеству контактов. Так вот, на всех мощных видеокартах нету аналогового выхода. Как видите, тут тоже нету дополнительных контактов под аналог. Поэтому тут только цифра. Вам поможет вот такие вот переходнички, а точнее это даже не переходники, это полноценные преобразователи цифрового сигнала в аналоговый. Так вот они выглядят. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Ссылочки будут на эти устройства в описании. Все, всем счастливо, пока!